Жизнь – это прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек должен родиться художником, балериной или ученым. Можно просто творить добрую атмосферу вокруг себя. Дмитрий Лихачев. Если вы хотите нажить себе врага, то в своем близком окружении, дальнем окружении вы ищите у людей какие-то различия, которые отличаются от ваших различий. И вот на этом делаете акцент для того, чтобы, знаете, вот просто если у человека есть, так сказать, природная скандальность, чтобы она, как бы сказать, получила свое обоснование. Жизнь – это прежде всего творчество. Но это не значит, что каждый человек должен родиться художником, балериной или ученым. Можно просто творить добрую атмосферу вокруг себя. Дмитрий Лихачев. И если вы чувствуете, что от меня это исходит, смотрите мой канал. Если вы не чувствуете этого, лучше сюда не заходить.